Друзья, с вами вновь «Стройгарант Анапа». Такого снегопада давно не знали здешние места. 25 января – Татьянин день или День студентов. Мы хотим поздравить всех обладательниц этого прекрасного имени Татьяна. По традиции, в этот день женщины делали уборку, стирали половики и пекли ковришки в форме солнца. А у «Стройгарант Анапа» есть традиция поздравлять. Поздравляем наших Татьян! Поздравляем! В день Татьянин, что сказать про этих дам? Да слова для вас найдутся, сами в песню соберутся, в каждый адрес от души. Наши Тани хороши. Адрес встречный, что на Крымской, 35-й дом. Стартуем. Белгородская Татьяна, вам Анапа салютует. Пусть проект 50-й, но зато сбылась мечта. Дом у моря – это благо, а с террасой – красота. Есть соседка у Татьяны, дом напротив, тоже Таня. Крымская, 34, так судьбу свою решила. И, конечно, шлем теперь в Емельяново привет. Крымская, 31, вам привет передадим. По секретным очень данным, тут ведь тоже дом Татьяны. Небольшой проект, но классный. И опять-таки с террасой. И в Тюмени есть Татьяна. Это слишком, скажем, прямо крымская на встречном. Точно место силы. И заочно сразу всех предупредим. Мы наш флаг не отдадим. Дом на Крымской, 29, понимаем, стоил денег. Но проекта 110-й – это вам уже не хата. На большую он семью и, быть может, не одну. Все отлично, но на этом песенка еще не спета. Небольшой мы дали крюк и приехали в Темрюк на Павленко 104. И уж если мы решили всех Татьян пересчитать, на Азовском Таня 5. У проекта 130-й нет изъянов и богато выглядит со всех сторон. А пока что не сезон, вы представьте, что тут летом. А Темрюк своим приветом обнимает всю страну. 5 минут и вы в Крыму. Мост построили у нас, а в Азовском будет газ. Ай да чудо, вот же диво, все в ЖК живут красиво. В каждом доме мир и лад, что построил стройгарант. Но в Анапе это честно, всем жемчужина известна. И Татьяны тут живут, ведь без них какой уют. Крюкова 7-й сперва в честь такого торжества шлет Хабаровску привет. Всем желаем долгих лет. Но года идут на юге по-другому, спору нет. Крюкова 72. В Салехард кричим «Ура!» Дом Татьяны 130, он большой, красивый, статный. Весь отделан кирпичом и отличный сад при нем. Красота и благодать, повезло же, что сказать. Южное гостеприимство, орден надо выдавать. Вот он, наш КП морской. Слышно, как шумит прибой, а прогулки по асфальту нам полезны. Все за мной. Мы идем сейчас, ребята, по Малиновой, богатой. Просто диво, тут и там каждый дом похож на храм. 5, 11 и 20, 38, впору сдаться. Это что был тайный план? Милых дам, что здесь живут, угадайте, как зовут? Есть Татьяны в Звездном тоже, очень их дома похожи. Наши Тани там и тут очень счастливо живут. Шлем вам с юга наш привет, ждем на ролик наш ответ. Вы все тоже не стесняйтесь. К поздравлениям подключайтесь. Поздравляем в день Татьян. Бог вам дарит доброту. Миру вы, любовь, внимание и заветную мечту мы исполним вместе с вами, чтоб безоблачное счастье наполняло светлый дом. Улыбались в нем почаще, чтобы радость была в нем. А если и вы, так же, как наши прекрасные Татьяны, хотите исполнить свою мечту, обращайтесь в «Стройгарант Анапа». С нами доступно, практично, красиво. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч, до свидания, друзья!